Анужин нравится легкая атлетика, но юной бегуне не всегда удается потренироваться. Школьный спортзал часто занят, а занятиям на открытом воздухе мешают машины, вернее, их интенсивное движение во дворах. С открытием нового спортивного комплекса места для тренировки искать больше не надо. Анужин и сотни других детей теперь смогут развиваться и закаляться на специально обустроенной площадке. Я учусь в 5 классе. Постоянно прихожу сюда тренироваться и поиграть. Здесь так здорово. 2012 год для префектуры Баянзурх особый. Работы по благоустройству и изменению района здесь предлагают сами горожане. Как результат, современные комфортные придомовые территории с зелеными насаждениями. Одно из последних изменений возле дома номер 12 18 Харона. Новые спортивные снаряды, детская игровая площадка, беседка для отдыха. Здесь теперь так хорошо, просто благодать. Детишки могут и спортом позаниматься, и просто отдохнуть, поиграть. Мы очень благодарны за создание этой спортивной площадки. Мы все очень признательны нашим властям и за эту беседку, где мы можем посидеть, приглядывая за малышами, и за спортивный комплекс для детей. В этом году в префектуре намечено провести работы по благоустройству и строительству на сумму в 79 миллиардов тугриков. 50% всех средств будут направлены на объекты социального назначения. В рамках работ уже построены две новые школы на 640 учеников в 11 и 12 Харонах. На месте старого здания школы номер 92 возводится новый корпус, рассчитанный на 940 учащихся. Власти префектуры обращают внимание и на дороги, в частности, на ремонт подъездных путей и внутридворовых проездов. Здесь раньше были всякие киоски, ларьки, которые работали без всякого разрешения. Мы все это снесли и устроили на их месте мини-площадку для игры в баскетбол, крытые беседки для пожилых людей. Мы регулярно открываем такие комплексы для спорта и отдыха. Серьезно подходим к вопросу о благоустройстве нашей префектуры. Жители говорят, к их отремонтированным тротуарам и пешеходным дорожкам с освещением теперь добавился и спортивный комплекс с футбольным полем, баскетбольной площадкой со специальным покрытием и местами для зрителей. Тумурачир Адганбат, Аист, Монголия.